Уважаемые, я решил записать для вас новый формат с отдельной озвучкой и комментариями к ролику. Ну и да, идею для видео я взял у известного ютубера PadloPlay. Ссылка на его канал будет в описании. Карта тут выпала крушение Ностромо. Не самая плохая карта для Билли, однако текстуры неприятные все равно есть. Сразу завожу пилу и пытаюсь ехать на самый дальний генератор. Здесь я врезался в этот подъем. Странно, что не заехал, кстати, потому что у сурвов получается. Здесь начал погоню за Алмом, здесь они были вдвоем, поэтому Алм получил распил, поскольку его заблочили. Повесил Алана, услышал, что вскрикнули сурвы, завел пилу, поехал на генератор, где приблизительно я их ожидал увидеть. Увидел следы Эйса и побежал за ним. Окно закрыл бамбузлом, завожу пилу, чтобы распилить Эйса. Здесь у Билли была небольшая дистанция между Эйсом, поэтому у ворот у него не получился, Билли успел завернуть. Сразу завожу пилу и еду на самый дальний генератор от себя, поскольку его вероятнее всего и заводят. По пути врезаюсь в этот объект, странно, что не проскользил, потому что когда не могла просто проскользить. Дальше врезался еще раз в крюк, посмотрел, нет ли никого возле окна, пнул генератор. Пошел проверить ближайший генератор, заодно увидел приглашение и взял его, лишним не будет. Проверил сам генератор, нашел следы. Сразу пошел перекрывать окно, поскольку думал, что сейчас здесь будет погоня. Однако сурв перетянулся дальше. Я решил завести пилу, чтобы догнать быстрее. Однако немного потерял его и сурв убежал. С заведенной пилой иду ищу Стива, чтобы сразу если что дать распил. Однако Билли идет так медленно. Наконец заметил Стива, началась погоня. Он сразу прыгнул в окно, я его перекрыл. Стив побежал дальше, я за ним решил не идти, поезжать на другой генератор. Остановился, чтобы проверить генератор в мейне, поехал дальше к следующему. Здесь нашел Михаила, побежал за ней, она сразу скинула палету, я решил закрыть ее с другой стороны. Она куда-то перетянулась, я не заметил куда, поэтому просто решил распилить палету. Заметил ее снова, завел пилу, побежал за ней. Попытался подрезать, однако убили хитбокс не такой большой сейчас. Поэтому здесь получил стан палеты, хотя не должен был, затянуло. Михаилу потерял, поэтому вернулся, чтобы пнуть генератор. Завожу пилу, чтобы поехать на самый дальний генератор. Кстати, вот тут почему-то не врезался, хотя думал, что врежусь, поэтому отпустил пилу раньше времени. Завожу пилу, еду проверять генераторы дальше. Пилу останавливаю заранее, бегу пешком. Здесь заметил чьи-то следы, пошел с пилой проверять. Поехал, но пока не видно. Побежал наверх в мейн, увидел Николаса, побежал за ним, пилу завожу. Здесь, в этой палете, он сам себя закрывает, мне нужно лишь дать распил нормальный с 90. Здесь его пальчу, и это распил. Он тут был закрыт. Увернуться очень сложно. Здесь мне дают сразу два гена, один вдалеке, другой ближе. Это значительно ухудшило ситуацию. Я поехал на место взрыва, снятия с крюка. Тут дают еще один генератор, ситуация совсем плачевная, остался последний.
Здесь я завожу пилу, чтобы распилить Николаса, распилил палету. Дальше бегу за ним пешком. Вижу на разладе, что заводит последний генератор. Николас прыгает в шкаф, максимально старается оттянуть время. Я ожидал тут увидеть осколок, однако его не было. Это был последний для Николаса, оставался последний генератор Трисурва. Их я разогнал, здесь было Микаэлу, я уже начинал замахиваться, однако получилось там. Палету распилил. Побежал по следам, хотел распилить еще раз, однако врезался из-за коллизии. Снова завожу пилу, пытаюсь согнать Эйса. Заворот не удался, Эйс увернулся. Бежит в мейн. Сейчас он опять отбежал чуть влево, распил не дал. Стив в это время заводит генератор, он убегает. Я пинаю генератор и иду за ним. На разладе вижу, что заводит в мейне, на пиле туда быстро еду. Обои сгоняю, рассчитываю, что здесь дам распил. Понятно, что она будет бежать в окно. Здесь подключился овердрайв, поэтому распилить успел. Также тут ошибся Стив и тоже получил распил. Генератор пнул, оставался только Эйс. У меня был вариант либо идти искать Эйса, либо повесить. Я решил повесить обоих. Из палеты поднимаю Стива. Эйс не мог быть рядом, иначе он бы очень быстро выдал свое местоположение. Стива несу на ближайший крюк. Дальше завожу пилу и быстро еду к крюку Микаэлу, поскольку думаю, что Эйс уже снимает. Однако нет. Я сейчас нахожусь в наиболее выгодном положении. У меня два крюка, которые оба я могу контролировать. С какой бы стороны Эйс не прибежал, я обязательно это увижу. Собственно, Эйс побежал к Стиву, я это сразу увидел, поехал к нему, распил, к сожалению, не дал. У Стива без огласки, он пытается защитить Эйса. У Микаэлы вторая стадия, я ее обязательно должен прикрывать. Здесь Эйс совершил фатальную ошибку, он просто побежал в лицо. Стив тронул Микаэлу и тот же получил по горбу колотушкой. У одного из них может быть дед, поэтому вешу Эйса через ивент, Стива несу вручную. Осколка быть там уже не может. Это минус 4 на чистом везении, потому что забили я не играл уже очень давно. Сурвы сами подставились, из-за этого умерли все. Мы спокойно могли бы выйти вдвоем, как минимум, так это точно. Пишите, что думаете по поводу такого формата, оставляйте свои комментарии. Всем пока.